ней, я думаю, вообще никто из прокуроров, из юристов не сталкивался. По большому счету... Суд решил, что институт оправдательных приговоров не надо. По большому счету, если исходить из этого, то можно считать, что на стадии досудебного следствия любой может обратиться с жалобой, и любое дело закрыто. Поэтому я не могу согласиться с таким решением. Считаю, что состав преступления, если на данной стадии процесса закрывать и проваживать, невозможно.